пару слов про права. Создать пустой файл, да, есть команда touch. Если нам не нужно вводить какой-то текст в новый файл, мы можем просто сделать touch и имя файла. Соответственно, файл создается от имени пользователя, от текущей группы. Да, вы помните, я перешел в группу TestGround 2, и файл создался с этой группы. И с определенными заданными правами. Три группы прав для владельца группы и всех остальных. Чтение, запись, исполнение. Я как-то об этом не думал. Может быть, для вас это совершенно не является чем-то интересным. У нас права идут чтение, запись, исполнение. Кто-нибудь помнит, какая цифра соответствует чтению? R4. Да. Запись? Шестерка? Нет. Двойка. Исполнение? Да, единица. Если мы переведем это дело в двоичный вид, да? 4 это 1.00, 2.0, 1.0, а единица 0.0.0.1. Да, то есть получается, что просто либо 0 единицы, либо есть, либо нет. И если переводить просто в десятичную систему, получится определенные цифры. Соответственно, чтобы нам установить какие-то права, да, то есть 7 полные права, что у нас соответствует там 3 единицам. Поэтому считается также чтение, запись, шестерка, да, и это получается 1.1.0.